Сейчас, секунду, ребят, ну, чуть принесу. Так, все. Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Только-только домой забежали. И у меня телефон плохо заряжен. Ребятки, только обязательно напишите, как меня слышно, потому что я не понимаю. В интернете мне отказали. Нет технической возможности в доме подключить интернет. Вот. Поэтому буду пока на мобильном. И жду ваших сообщений, как меня слышно, чтобы вы написали, чтобы я уже начала с вами общаться. Я не понимаю, ребят, слышно меня или нет, потому что мне никто еще не написал, вообще слышно меня или нет. Это важно. Слышно, спасибо, Юль. Все, теперь начинаем. Теперь отлично. Все, сразу всем стало слышно. Спасибо, Светлана. Спасибо, Андрей. Да. Сегодня как раз я хотела поговорить на тему, почему я выбрала эту тему. Еда исцеляющая, послевкусие убивающая. Ну, наверное, это та еда, которую, это та тема, вернее, которую я бы хотела раскрыть, потому что у нас, к сожалению, очень многие начинают из одной крайности в другую переваливаться. Но это ничего удивительного, потому что вот как вот мы вот все так, да? Сейчас, секунду, я... Значит, она жарковата. Мы, если, ну, давайте так, я с себя, наверное, начну, потому что это же, я же вам в первую очередь говорю то, что касается меня, поэтому про себя начну. И кто-то, наверное, увидит какую-то подобную ситуацию и про себя в том числе. Вот, именно про это я и хотела поговорить. Вот, смотрите, вот я, когда я была мясоедом, у меня было четкое убеждение, что мясо нужно кушать хотя бы раз в день. А еще лучше, чтобы были силы, то нужно его несколько раз в день кушать. Но это еще не все. Когда я занималась железом, то есть у меня были занятия в тренажерном зале, достаточно частые, так скажем. Помимо этого, я еще ела молочку, то есть чтобы мышцы росли, чтобы там все было как надо, как я думала. И самое, что интересно, мы находим всегда ту информацию, которая нам необходима на данном периоде.
То есть я же не искала информацию, насколько вредно мясо. Я не искала информацию, насколько неприемлема молочка для нашего организма. Я искала информацию, какое мясо лучше, как его лучше приготовить, чтобы было максимум белка, где его лучше покупать, какую лучше часть, что оно дает организму, и точно так же про молочку. И, естественно, то, что я искала, то мне и приходило. То есть, если я искала, что какое великолепное мясо, и сколько оно дает бонусов, то именно эту информацию я и находила. Возможно, ко мне даже приходили какие-то там какие-то знания, какие-то ролики, что мясо там для чего-то вот как-то не нужно. Но если ты не ищешь эту информацию, оно в рекомендациях, котенок, оно в рекомендациях как-то не попадается особо. Поэтому я с четким таким убеждением была, что я делаю то, что нужно. Ну что ты? И когда мы начинаем какое-либо свое новое действие, убеждение, какой-то новый образ жизни, мы всегда ищем то, что нам, что хорошо в этом образе жизни. Чаще всего я так искала. Но сейчас у меня другая позиция. Если мне что-то, если я что-то услышала, если мне что-то откликнулось, если еще что-то, то я в первую очередь ищу минусы. Потому что я знаю, что если я найду минусы, плюсы я всегда сумею найти. А вот минусы, наверное, это то, с чего нужно начинать, то, с чего, где ты будешь понимать, что тебе стоит проработать, насколько ты сможешь это проработать, насколько тебе это приемлемо. Точно так же, когда я переходила на сыроедение, я перешла просто как безумная на сыроедение. Я всех начала убеждать, что они неправильно, не едят неправильную еду, что они трупоеды, что они скоро умрут, что у них там еще будет куча всего. И это сейчас я понимаю, как это выглядело со стороны. Со стороны это выглядело, ну, мягко сказано, не очень. Да? То есть со стороны это выглядело, как какая-то ненормальная женщина, которая еще вчера ела мясо и всем говорила, какое оно прекрасное, то сегодня вот она проснулась, и все у нее уже... Всех, главное, мне нужно было перевести на правильное питание. Всех нужно было перевести на правильный образ жизни, по моему мнению. Даже не по моему опыту, а по моему мнению. То есть опыта у меня практически не было. И сейчас я смотрю на ребят, вот у нас, которые есть чат, да, чат «Школа автономии». Там мы делимся только своим опытом, ничьими роликами, ничьими высказываниями, не книжками, которые мы прочитали, но не которые мы пережили. Только свой опыт. И я его всегда читаю. То есть я там крайне-крайне редко отвечаю, но я все время смотрю его. Это единственный чат, который я читаю постоянно. Еще у нас есть, конечно же, чат личный. Вот, но там я чаще всего провожу эфиры, и читать я его не всегда успеваю. Потому что там у нас ребята прямо крайне активны, то есть за полчаса у нас может быть там сообщений 300, и там как раз чат больше об осознанности, да, а не никак не о еде. Но сегодня я как раз хотела бы поговорить о питании. И когда я смотрю ребят, как они идут, некоторые посмотрели, что такое голодание, посмотрели, что такое автономия, посмотрели, что такое воздержание от еды, сухие дни, чистые дни, естественные дни. Ну, много-много названий, но суть всегда одна. Это когда мы остаемся без еды и бывает еще и без жидкости. В некоторых случаях и с минимум сна. Да что ты мне мешаешь-то сегодня, а? Вот, и когда мы, у нас перекос в одну либо в другую сторону, нам это всегда играет только
негативную роль, что бы мы ни делали. Не бывает переизбыток хорошести, не бывает переизбыток плохого, бывает просто переизбыток. И когда мы не можем отрегулировать, то есть смотрите, ребят, я всегда говорю, оценочность, да, это всего касается. Если у нас превалирует плюс, то значит где-то есть минус. И он закопался так, что в результате он выстрелит. Чем больше, чем дольше мы закапываем минус, тем сильнее он выстрелит потом. Это касается еще и того, когда очень часто ребята начинают говорить, надо убирать от себя плохие мысли, нужно делать вот это, нужно делать вот это. Когда мы искусственно что-то делаем, то есть у нас что-то не получается, а мы себе, ой, все хорошо, все замечательно, я у себя самый любимый, у меня вообще все так, как я задумала там, и еще что-то. Если мы искусственно начинаем прятать минус куда-то, он у нас как через резинку, у нас как из рогатки, выстрелит в самый неподходящий для нас момент. Не так прорабатываются ни плохие мысли, ни плохое питание, плохое это, опять же, оценочное, да? Прорабатывается это через осознание, через что я делаю. И если мы говорим, что еда – это плохо, то она для нас и будет плохо. Но отказаться от еды в одночасье – это... Я не видела ни одного человека, правда, который бы отказался от еды тогда, когда у него все хорошо. Я встречалась с людьми только с теми, которые отказались от еды только в тех случаях, когда у них стоял выбор либо жить, либо умереть. То есть вот либо так, либо так. То есть когда они четко понимали, что если они пойдут дальше этим путем, то это 100% смерть, а если они уберут питание, то это будет 50/50. И они выбирали хоть малейшее, но какую-то надежду на что-то большее. И так это бывает очень часто. Это действительно так бывает. И если вы как раз попадаете в ту категорию, когда у вас вроде бы все замечательно, но вы хотите по каким-то причинам перейти на неедение, то здесь нужно очень четко понимать, что такое еда. Еда – это зелень, ягоды, фрукты и овощи. Возможно, на каких-то этапах можно отнести туда злаковые, орехи и семечки. На определенных этапах. Да, это можно так делать. Но все, что касается молочки, это не еда для нас, ребят. Это то, что наш организм тратит достаточно большое количество энергии, чтобы это как минимум переварить, если это переваривается. Мясо для нас – это не еда. Мясо – это, я вообще могу сказать, наверное, это самый короткий, самый приятный и самый легкий путь к смерти. Путь к разрушению своего аватара. Мы об этом, многие, наверное, об этом знают. Так что такое еда? Когда ребенок рождается, вот тоже говорит, вот ребенок родился, вы что, своего ребенка не будете кормить? Наверное, еда, я все-таки бы сказала, что это вибрация. И когда мы научаемся слышать себя, когда мы научаемся слышать свое тело, когда мы научаемся слышать все, что вокруг нас происходит, когда мы научаемся слышать эту планету, то мы понимаем, что нам нужно делать, то мы понимаем, что такое зелень, что такое ягоды, что такое фрукты, овощи, орехи, злаковые там. То мы уже четко чувствуем, что это есть энергия, это есть вибрационная энергия, которая нам нужна на определенном этапе. И именно когда ребенок рождается, то когда он начинает ползать, он сначала все с земли начинает себе тянуть. С земли начинает тянуть сначала зелень, да, травку, и он через траву начинает познавать себя в этом мире. И это для него как идет как очищающий вибрационный период его жизни. И он им насыщается, наслаждается. Дальше, когда он становится, он уже может дотянуться там, уже идут ягодки. Сначала такие ягодки, потом с кустов, потом овощи, потом еще что-то.
Повернее, фрукты. Овощи – это практически все, которые растут либо в земле, либо на земле. Вот овощи для нас, ребят, это на данном этапе, они для нас просто необходимы, потому что мы в полумертвых телах ходим. И овощи – это как раз, когда человек уже падает, когда он ложится, и это тот продукт, когда болезненное тело, лежачее тело поднимает. Овощи и трава – это наш природный антибиотик, который поднимает наше тело с земли. Об этом тоже нужно знать. И когда мы говорим, что мы хотим перейти на неедение, нужно очень четко выстроить то питание, которое будет для вас приемлемо. И, наверное, если будет несколько запросов, то, наверное, я составлю такой марафон, который будет определяться, как нам перейти на определенный вид питания, что это питание для нас будет, что это питание для нас делает, как реагирует на это наше тело и что будет после этого питания, то есть как мы можем перейти на малоедение. То есть малоедение, я называю это, когда мы кушаем какой-либо продукт несколько раз в неделю. Этого вполне достаточно для поддержания в хорошей форме нашего физического тела. Вот. И если будут запросы по этому, то я, наверное, сделаю вот этот, сделаю такой марафон. Конечно же, он будет платный. Вот. И там мы будем, наверное, разговаривать об этом. Вот. И чтобы было понимание, что еда... Если мы, я уже обозначила, что такое еда, если мы будем правильно идти в этом направлении, если мы будем правильно подбирать на каждом этапе свой новый переход, свои новые возможности нашего тела, когда мы уже научаемся слышать определенный продукт, как оно будет действовать, как оно будет отражаться на нашем теле. И если мы это будем очень хорошо и очень четко понимать, и у меня эфир, ты мне хочешь, чтобы что? И когда у нас приходит это понимание, то тогда мы можем получить удовольствие от того, что мы кушаем, получить удовольствие как в физическом плане, так и в психологическом плане. И когда мы получаем удовольствие от того, что мы делаем, тогда мы научаемся получать удовольствие в моменте, когда мы научаемся получать удовольствие в моменте, мы можем прорисовать наше будущее. Я уже вам говорила, что если мы постоянно находимся в прошлом, решая какие-то нелепые проблемы, которые уже прошли, то у нас нет будущего. Из прошлого в будущее никак не получится. Ни прийти, ни как-то его прорисовать, не наладить, его не существует. Если мы не находимся в моменте, здесь и сейчас, в настоящем, мы не можем свое будущее определить. А когда мы начинаем кушать не ту еду, которая нужна для нас, когда мы этого не чувствуем, когда мы это делаем, потому что так надо, потому что кто-то сказал, потому что у нас есть убеждение, что это правильно и это хорошо, то что бы вы ни скушали, как правило, мы начинаем себя за это корить. Вот, я опять поел, надо было не есть, аппетита ведь вроде не было, зачем мне это нужно было, вот все ведь так хорошо шло. Вот послушайте себя, сколько вы всего говорите после того, как вы покушали. Но здесь ведь дело-то не в еде, а дело в том, что это просто неправильно подобранный продукт в определенный период вашего времени, в определенный период, ваше восстановление к следующему этапу. И когда мы научимся это делать, то вы будете с огромным удовольствием поглощать какой-то определенный продукт, и ваше тело будет вам отвечать за этот продукт какой-то определенной
каким-то определенным посылом, который вы сможете считать и понять, что вам нужно делать дальше, куда вам нужно двигаться дальше, куда вам нужно идти. Ребят, понятно, я говорю, если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Сейчас я еще посмотрю, есть ли вопросы у нас на Ютубе. Что-то у меня совсем с интернетом. Слышно глуховато, хорошо слышно. Ребят, могу говорить только через наушники, потому что, ну, вот у меня, ну, я не знаю, мне кажется, это интернет такой, нет возможности в нашем доме подключить интернет. Я уже всех провайдеров отзвонила, поэтому вот только через мобильную связь, по-другому пока не вижу. Звук плоховатый, к сожалению, ребят, пока не могу ничего сделать. Марта Николаевна, это точно, пока конкретно не прижмет, от еды не откажешься. Какие овощи вы рекомендуете? Марта Николаевна, овощи, это, еще раз говорю, это практически наш антибиотик природный. Смотря на каком этапе, смотря на, если у вас, смотря какой возраст, смотря какие болезни у вас были, либо есть, смотря какие, какой образ жизни вы ведете, то есть, ну, они настолько разнообразные, очень хорошо прочищает желчный пузырь, прочищает печень. Это тыква. Она просто великолепна. Она наш антибиотик при запорах. При геморрое очень хорошо делать определенные вещи со свеклой. То есть я сейчас рекомендации в открытую давать не буду, потому что, ну, был у меня такой не очень хороший опыт, который, когда я давала определенную рекомендацию, она была вроде бы легкой такой, но так получилось, что одна из женщин применила, хотя это вообще не нужно было, и у нее наоборот получилась реакция абсолютно другая, потому что у нас есть, когда повышенное давление, когда пониженное давление. То есть я сказала, вот это вот от давления. Я забыла упомянуть, что от высокого давления. У нее было низкое давление. Она еще больше понизила, и Лешка лежала целый день. Потом написала в комментарии. Поэтому, ребят, вот это все настолько индивидуально. Просто я вам говорю, куда посмотреть, куда обратить внимание. Вы можете сами до этого дойти. Вы можете сами найти эту литературу. Вы можете сами посмотреть на себе, как ваше тело будет реагировать. Если вам нужен проводник, если вы хотите, вы можете найти того человека, которому вы доверяете, с которым вам будет комфортно идти, чтобы он вас провел через эти моменты. Какой это будет человек, это все зависит от вас. Так. Да, Юля, конечно, сырая, да, сырая. Да, Лен, спасибо, конечно, сырая. Тыква – это вообще, вы знаете, такие просто обалденные тыквенные супы получаются с кокосовым молоком, либо просто с кокосом. Вот я когда кушала, у меня дети очень любят тыквенный суп. Просто в блендер делаете сырая тыква, в блендер кладете сырую тыкву. Если есть кокосовое молоко, только без сахара обязательно, обычное кокосовое молоко. Либо я покупала кокос, точно так же его, вот эти вот долечки кокоса, и теплую воду, чтобы это был теплый суп, потому что иногда хочется горячий. Сейчас вот лето особо нет, но вот сейчас начнутся такие осенью, захочется что-то тут тепленького. Этот тыквенный суп, он просто великолепно действует. Все, и все в тепленькой водичке. Делайте консистенции, как суп-пюре. Очень вкусный. Детям я добавляю немножечко соли. Кто ест без соли, то там просто обалденный получается. И вкус, и запах, и... Ну, этот суп, я не видела, чтобы он вообще кому-то навредил.
он получается достаточно сытный за счет тыквы, он прочищает желчный, печень, ну, а у кого увеличена печень, ну, наверное, после недельного такого единоразового только. Не утром, днем и вечером, а один раз в день, если вы такой супчик будете кушать, то печень в размерах, она достаточно сильно уменьшается, можете проверить. И, конечно же, если у кого-то запоры, то он очень легко вас от этого освободит. Поэтому все, что касаемо замороженную тыкву можно использовать? Конечно, можно. Если она сырая, можете и замороженную использовать. Замороженные ягоды, замороженная тыква. Самое главное, чтобы это не было, ребят, такое, что заморозили, потом разморозили, потом снова заморозили. У вас она уже будет не тыква, а просто замороженная вода в тыкве. Там уже никаких микроэлементов для восстановления нашего организма не будет. Вот. А так, конечно, если у кого-то есть возможность заморозить в морозильной камере, наготавливайте это. Опа. Так. У меня Марина подняла руку и куда-то убежала. Я, видимо, подняла, да? Вот. Поэтому, ребят, давайте пишите вопросы. Если есть вопросы, я поотвечаю. Потому что я говорю, вот только-только забежали домой. Или за кормом для собаки. Где же его взять, кокосовое молоко? Кокосы в средней полосе России не растут. Марфа Николаевна, кокосовое молоко продается в Магните, в Пятерочке, в Перекрестке, в любом продуктовом магазине. Есть кокосовое молоко. Вы можете его посмотреть и купить. Просто смотрите на состав. Там должно быть только кокосовая стружка и вода. Без чего-либо еще. Такое молоко можно применять. Либо просто берете кокос. Он тоже продается практически в любом продуктовом магазине. На Wildberries есть, тоже пишут мне. Вот. Почему плохой звук? Ну, ребят, ну такой звук у меня, я ничего пока сделать не могу. Я же вам не блогер, у которого тут куча примочек. Я не знаю, если что-то посоветуете, я, конечно, что-то, наверное, приобрету. У меня просто обычные наушники и телефон. Я разговариваю достаточно громко. Но я могу сказать вам, что когда я веду, например, там эфиры на каком-то другом источнике, то звук лучше. Может быть, это в Телеграме такой звук. Я не знаю, не понимаю. Если вы мне напишите, что нужно подправить в Телеграме, чтобы звук был хороший, потому что мне кажется, что раньше, когда я начинала эфиры проводить в Телеграме, то там звук был лучше. Сейчас вот он только через наушники слышно меня. Не знаю, как это сделать, правда не понимаю, с удовольствием поменяю, если это можно будет. Память, мыслительные процессы изменились? Да, памяти практически не стало. Да, ребят, про память я уже говорила, да, что когда вы выходите на жизнь без, ну, я даже бы, наверное, без еды, с минимальным количеством еды, то вы начинаете чувствовать вибрационное поле. Когда вы начинаете чувствовать вибрационное поле, это информационное вибрационное поле, в котором вы понимаете, что вся информация есть вокруг нас, мы и есть эта информация. Когда вы понимаете, что мы и есть эта информация, память, она как будто бы как растворяет. То есть вам память особо не нужна. То есть если я что-то говорю, это говорится не из памяти, это говорится из того, что проходит через меня. То есть мысли, слова, они не в голове, они внутри каждого человека. То есть вот это вот выражение, которое я миллион раз говорю, да, когда говорится, вот нутром чувствуешь, вот как раз вот на этих этапах происходит, что ты нутром чувствуешь, ты понимаешь, вернее, как, в тебе есть та информация, которую спрашивают, и ты ее просто выдаешь, она как будто через тебя проходит, она не остается в голове, она не остается ни в какой памяти, потому что память, наверное, это все, что вокруг нас, это как будто
как будто мы живем в библиотеке, и ты просто знаешь, где что на какой полке у тебя лежит. И ты это берешь, выдаешь, и оно тебя не застаряет, эта информация, она тебя не отягощает. Ты ее сказал, и все, и она как бы через тебя прошла, и ты опять обнуленный и снова можешь принимать следующую информацию. Так вот. Поэтому здесь я вас не порадую. Замороженная цветная капуста и брокколи тоже лучше не подвергать тушению. Про тушение я вообще ничего не говорю. Ребят, то, что касается термообработки, вообще на определенных этапах, наверное, можно. Но я сейчас об этом даже не буду говорить, потому что я не приверженец именно термообработанных продуктов. Когда мы что-то тушим, это же там же ничего полезного нет. Там просто будет минимальное число калорий, а полезности никакой не будет. Вот. А вообще цветная капуста, брокколи, любая капуста, она в сыром виде тоже очень вкусная. У меня старший сын может капусту есть, любую капусту. Может сидеть, там, делать уроки, там еще что-то, сидеть, вот ее жевать. У нас постоянно, очень часто цветная капуста, как минимум, она присутствует у нас в рационе детей старшего ребенка. Поэтому попробуйте, он ее ест, просто соль ест, он ест ее с соевым соусом. Вот, и может ее съесть достаточно много. Светлана, в какой пропорции вареные сырые овощи? Если все-таки сочетать вареные сырые овощи, то делайте 70 на 30. Когда вы только переходите на сырое, то сначала 70% вареного, 30% сырого, потому что нужно очень четко понимать, когда вы резко переходите на сырое, то ваш желудок в течение, наверное, недели, плюс-минус, да, смотря у кого какое, во-первых, будут рези в животе, если сразу же резко перейдете на сырое. Это не касаемо по болезни. То есть по болезни можно переходить и резко, потому что там вариантов других, как правило, нет. Там такие уже, либо так, либо так. Вот. Поэтому давайте все-таки возьмем обычного среднестатистического человека, который просто переходит на сырое. Тогда нужно переходить очень плавно, потому что иначе будут, во-первых, рези в животе достаточно такие неприятные. Потом вы будете, что у вас практически пища не будет держаться, то есть у вас будет такой понос, что будет выходить, вот как вы разжевали, какими кусочками разжевали, такими кусочками и будет выходить. Но так как ваш организм к этому не привык, то в первые 2 недели может вылезти геморрой, который будет достаточно болезненный. И вообще, если даже геморрой не вылезет, то в течение нескольких недель такого рациона резкого у вас может начаться ужасный жут в анальном отверстии, потому что вы постоянно будете бегать в туалет, и это не очень хорошо будет сказываться. Поэтому все постепенно, ребята, очень постепенно переходим на определенный вид питания. Не надо, сломя голову, куда-то нестись, бежать и своему телу причинять какой-то дискомфорт, думая, что вы его оздоравливаете. Немножечко не так. Все постепенно. Постепенность – это залог того, что нас не откинет куда-нибудь в новую болячку, в новые какие-нибудь страдания. И зачем это надо? Поэтому начинаем с 70 до 30, потом переходим наоборот уже, когда у нас 30% вареной еды и 70% сырой. И когда вы уже поймете, что ваш организм, ну, достаточно хорошо это воспринимает, то потихонечку уже убирает вареное полностью. Так. Если хочется есть бобовый, чечевица, маш, ну, то их лучше есть сырыми или вареными. Вообще бобовые, они очень тяжело перевариваются, прям действительно очень тяжело. Поэтому их, во-первых, минимизировать, и если сырыми, то обязательно, обязательно размоченными.
на ночь ставить, я знаю, что эти, то есть до ночи они бывают, если они хорошие, то они прям проклюнутся у вас там маленькие-маленькие, там миллиметр-два вот эти вот росточки уже за ночь проклюнутся. Это, наверное, будет самое лучшее. Вот. Если мы говорим о вареных, то, наверное, лучше припустить их. Вот. Как-то так. Так, на самом деле тушеные овощи углеводные, и ими невозможно насытиться, а вот своими вещами как-то наедаешься из своего опыта. Возможно, Александр. Как насчет грибов? Ребят, грибы я вообще... Я бы их, наверное, отнесла к мясу. Во-первых, это достаточно тяжелый продукт, а во-вторых, если посмотреть вообще всю историю грибов, грибницы, да, то там целый мир. И, ну, это, наверное, вообще отдельная история, я как-то изучала это. И после того, как я поизучала, я поняла, что это вообще отдельная, наверное, отдельный мир, который может, грибы не просто могут, мы их не просто едим, они всегда остаются с определенной волновой информацией в нас, и ее вывести, ну, наверное, как алкоголь. То есть мы все знаем, да, что выпитый алкоголь у нас выходит из организма в течение года. Выпитая рюмочка в течение года выводится полностью из нашего организма. Почему так долго выводится? Потому что наш организм, он тоже вырабатывает алкоголь. Алкоголь на алкоголь дает определенную реакцию, и получается, что не свой алкоголь, наш алкоголь достаточно долго задерживает для определенных процессов. Вот. И что касаемо грибов, он тоже достаточно долго держится. Вот это вот, я не знаю, как правильно называется, но грибы я бы по возможности вообще не рекомендовала. Как насчет пророщенной зеленой гречки? Зеленая гречка пророщенная, она самая мягкая из всего того, что там, можно сказать, там, из круп, да. Я ее убирала в последний момент. И если кто-то занимается тяжелым каким-то физическим трудом, работает, либо какие-то силовые упражнения, либо кто-то железом занимается, у кого-то работа связана даже там с тем же железом, то очень хорошо гречку с медом, если кто-то употребляет, то гречка с медом, она позволяет мышцам как бы набирать свои объемы. Я это знаю, потому что в определенный период у меня был бодибилдер, с которым мы переходили на сырое питание, вот, и ему было необходимо, то есть это его заработок был, это его жизнь была, и ему это было необходимо, и вот все, что из сырого он оставлял, это как раз гречка у него была, как раз вот это вот углеводное окно, он всегда ел гречку с медом, и достаточно хорошие результаты были. Чечевицы бобовые дают хорошие зеленые ростки, лучше, чем само семя. Грибы – отдельное сознание. Да, Мариночка, абсолютно согласна. Так, сейчас на это гляну. Я пока раз в неделю практикую естественные дни и питание раз в день. Очень сильно падает вес, переживаю, особенно мама. Пока будете переживать, вес будет падать. И падает он, скорее всего, из-за того, что нет достаточной физики. Вот когда физика, то есть физика, как, не просто физика, ребят, тут, вот мы что-то услышали, да, и начинаем это делать. Если мы говорим о физике, то заниматься нужно, убрать все кардио упражнения, заниматься только силовыми, можно только со своим весом, не обязательно с железом. Но не более 45 минут, не менее 20 минут, не более 45, то есть ставите прям будильник на 40 минут
и более 40 минут, 45 максимум, вы не занимаетесь. После 45 минут у нас уже идет, вырабатывается, как же называется это, не помню, как вы называете, короче, после 45 минут он вновь вырабатывается у нас уже, и он уже мышцами не перерабатывается, а наоборот мышцы, он сжигает мышечную ткань. Поэтому обязательно убираем кардио, если вес падает, и включаем силовуху. Можно просто со своим весом не более 40 минут. 45 пусть будет. Так, Светлана, отзыв после марафона, депривация сна будет? Депривация сна у меня был, когда марафон, я не помню. И там отзывы выставлены, да, они выставлены у меня. В Инстаграме, а Инстаграм у многих не работает. И у меня практически он не работает. Там я Ну, вот сейчас вот у меня был англоязычный марафон. Но выставляем, да, по возможности будем выставлять. То есть нам же приходится все перезаливать из одних ресурсов в другие ресурсы, потому что то одно закрывает, то другое закрывает. И YouTube у меня достаточно много моих роликов закрыл, закрывает, потом некоторые открывает. Просто пишут, что неприемлемый контент для всеобщего обозрения. То есть если я много говорю о клеточном, о клетках, что с нами происходит, то эти ролики закрывают на какое-то время, некоторые открывают, некоторые нет. И с такой формулировкой. Вот. Не всем нам удается отбить. Поэтому это такая информация, я думаю, что... Стараюсь все меньше и меньше ее давать на Ютубе, пока, чтобы не нарываться, чтобы не закрыли канал. Вот так вот. Поэтому, видимо, они будут в марафонах, такая информация, и на ретритах. Потому что в общий доступ как-то не дают мне выходить эти ролики. Ну, и это радует. Значит, все-таки идем, правильной дорогой идем, товарищи. Так, когда понимаешь, что еда не нужна, очень не хочется тратить деньги на, простите, говно. Когда ты понимаешь, что еда не нужна, то тогда ты уже не думаешь о деньгах. Тогда уже по-другому все происходит, я вас уверяю, ребят. Дорогое слишком, это кокосовое молоко. Ну, Марфа Николаевна, тут понимаете, дело-то ведь не в дороговизне. Дело, если вы не готовы на себя, если вы не готовы вкладывать в себя, то почему ваше тело готово будет вкладываться в вас? Не понимаю. И, наверное, у меня это непонимание приходит как раз и после того, что когда я пережила определенные этапы своей болезни, когда я понимаю, что что может быть с телом, то тут не стоит вопрос... в 200 рублей за банку молока кокосового, да? У меня достаточно дорогие были лекарства, и когда я, когда меня увозили на реанимации, когда у меня выстегивалось минимум 2 недели из моей жизни, потому что я лежала прикованная к этим аппаратам, знаете, это дороже выходило. Поэтому это уже ваш выбор. Я же не говорю, что его нужно покупать. Вы можете просто тыкву есть. Я просто сказала, как мне было комфортно и как мне нравится, как мне было вкусно. А что будете кушать вы, это ваш выбор. Света, привет. Как много и как часто есть овощи? Ну, пока у нас вот такое вот тело, я бы рекомендовала, если вы кушаете каждый день, то один раз в день кушать овощи. Вот, то есть фрукты все-таки в первой половине дня, а овощи уже на ночь. А вы сейчас без еды вышли? Пока без еды. А масло кедра можно, и когда его перестать, и как много? Масло кедра, говорят, очень клевое, но, ребят, я ни разу не пробовала, правда, масло кедра, потому что когда еще вот кушала, там, замасливала, у меня на тот период не было возможности купить это масло. Во-первых, где я жила, в каком городе я жила, там не было даже подобного, чтобы масло кедровое. А во-вторых, когда
даже на том же Wildberries для меня тогда было это дорого, поэтому я не пробовала, не знаю. Вот. Так, с YouTube почитала вопросы. Давайте еще. Какие-то практики делать, энергетические или йогу? Практики никакие не делаю, никогда не делала, мне это не нравится. Я люблю идти тем, что вот мне хочется. То есть мне сейчас, я не люблю бегать вообще от слова совсем. Но мне сейчас так хочется бегать, и, наверное, просто нужно каждый день тоже снимать вам ролики. У меня такая набережная. Это просто песня, поэтому я не могу на ней не бегать. Завтра я вам поснимаю. Да, пока начала бегать, пока мне это нравится. Никакие дополнительные практики. Йога мне вообще, ребят, не заходит. Не знаю, пробовала с разными, думаю, может быть, у меня не тот учитель, может быть, как-то не так ее преподносят, может быть, ну, в общем, по-разному я ее пробовала. Разные заходы с этой йогой делают, не мое это, не могу йогу. Мне проще побегать, проще какую-то обычную физику сделать, какие-то обычные упражнения, но не йога. Порастиваться, да. Массаж, чтобы помяли, да. Купаться могу, плавать бесконечно, вот это да. А что-то там другое нет. Вот. Света, сейчас ваша болезнь окончательно вступила? Нет, ребят, окончательно не вступила, могу вам сказать. А я так понимаю, что она у меня достаточно сильно проработалась на нееде, но сейчас, чем больше вы себя открываете, тем больше вы открываете эти пласты. И я сейчас понимаю, у меня был... Ну, давайте я вам так скажу, все равно это узнаете рано или поздно. Я уже вам говорила, что очень хорошо на определенном уже осознании, так скажем, да, ты начинаешь видеть только этот мир. Ты видишь, ты понимаешь, что мы живем не в одном мире. У нас их несколько. Сколько, я уж не буду озвучивать, да, это уже другая информация. Но я могу сказать, что когда вот очень часто бывает такое, вот вроде бы уже все сделал, чтобы там что-то отступил, какая-то болезнь или какая-то ситуация, неважно, вот ты ее проработал, ты ее осознал, ты вроде бы ее уже все с ней сделал, с болезнью, либо с ситуацией, либо еще с чем-то. И потом раз, она к тебе опять возвращается, ты думаешь, да что ж такое-то, но я вроде уже все проработал. Нет, не все. Ребят, когда мы прорабатываем только это в одной плотности, когда мы прорабатываем что-либо в одном мире, то у нас это все равно возвращается, потому что мы живем в нескольких плотностях, в нескольких реальностях. И я не во всех реальностях проработала свой недуг. Я могу это сказать вот так. Как раз на ретрите я ребятам, мы с ребятами будем об этом говорить достаточно плотно. Что-то по проработке в нескольких плотностях. И, ребят, кто еще не присоединился к ретриту, то присоединяйтесь, потому что следующий ретрит будет, скорее всего, только осенью, летом не получится. В отеле, в ретрит-центре достаточно дорогие, достаточно высокие цены, и я не хочу пока на свои марафоны, на свои ретриты завышать настолько цены, поэтому держусь как могу. Поэтому я думаю, что осенью уже будет спад, и мы спокойно проведем следующий ретрит, но уже будет только осенью. А до осени, наверное, у меня получится сделать 2 марафона. Кто не сможет присоединиться на ретрит, присоединяйтесь на марафоны. Он будет не настолько глубокий, естественно, как ретрит, но намного глубже будет, чем эфиры. Это понятно. То есть я там буду рассказывать те вещи, которые вы не услышите ни в одном эфире. А на ретрите это просто вживую, там в общей энергетике ребят. Но этот ретрит у нас собирается просто... Там такие ребята у меня собираются. Я думаю, что это будет просто взрывной. Кто не успел, присоединяйтесь. Кто чувствует, что он пока не может, ничего страшного, ребят, значит, вы просто не готовы, потому что он будет просто... Действительно, когда вы идете через... Вот вроде ничего не получается, вы все равно добиваетесь, чтобы это получилось. Возможно, это не надо, потому что
много будет той информации, которая не факт, что она у вас уложится, потому что она будет, ну, прям, я думаю, что мы его сделаем прям таким, как гнойник будем взрывать, наверное, так. Поэтому не каждому он нужен, правда говорю, не каждому, не каждый готов на такие ретриты, поэтому кто готов, тот едет. Кто не готов, ничего страшного, зайдите сначала на марафон. Светлана, расскажите, пожалуйста, про замасливание. Про замасливание. Давайте, ребят, когда у меня просто батарейка садится, я не успела ходить, мы только-только вот зашли домой, вот, я еще вся взъерошенная, ну, в принципе, я взъерошенная всегда. Давайте мы сделаем следующий эфир про замасливание. Я расскажу, что, как и почему. Я сейчас прям его забью. Если это интересно, то давайте я так сделаю. Так, орехи надо замачивать? Обязательно, свежие орехи нужно замачивать. Как относиться к экосухофруктам? Они полезны? Экосухофрукты, я считаю, что они как такой вариант сос. Когда ты куда-то ехал, в какую-то поездку, еще что-то, и у тебя нет возможности набивать сумку фруктами, но хочется что-нибудь там пожевать, то для этого сухофрукты отличный вариант. А так, чтобы дома их постоянно есть, ну, в них уже нет столько жизни, информации в них нет практически никакой. То есть они вот для этого удобны, но чернослив, опять же, если вы его будете, например, с вечера замачивать чернослив, а утром, ну, утром пить эту водичку, то очень хорошо будет запускать пистатику. Вот, тоже хорошо. То есть смотря что, капуста и другие овощи квашеные без соли полезны, на ранних этапах сыроедения очень полезны, а потом уже нет. Потом их уже нужно убирать, потому что те брожения, которые происходят там, они уже не нужны для нашего, для нашей микрофлоры. На первом этапе очень даже. Как преодолеть откаты? Смотря что вы называете откатами. Вот, все, да, про замасливание поняла, Женечка. Ага. У нас нет откатов. Я считаю, что нет откатов, это всегда твой шаг только вперед. Самое главное, чтобы ты разобралась в нем и поняла, что с тобой произошло, почему именно такой шаг ты сделала вперед, почему и для чего ты себя ругаешь, называя это откатом, что ты в себе не принимаешь. Это важно. Так, сейчас. Так. Употребление овощей и фруктов способствует чистке тела. Можно смешивать несколько названий за один прием. Можно смешивать не более трех, ребят. Зелень сюда не входит. Например, салат из трех овощей и зелень. Фруктовый салат и зелень можно тоже. По фрукты тоже зелень можно. Фрукты с овощами лучше не смешивать. Они, у них разная энергетика, у них разная информация, разная вибрация, поэтому ничего хорошего для организма не будет. Но не более трех, то есть смешивать можно на определенном этапе, но не более трех. Вкладывать себя в буквальном смысле. Марта Николаевна, как хотите. Я лекарственники не принимаю, нет нужды, слава богу. Здорово. Здравствуйте, Свет. Привет, Коля. Психологически тяжело от еды отойти. Тяжело, когда ты не понимаешь, для чего тебе это нужно. Тяжело, когда ты, когда для тебя еда – это еда. Когда для тебя еда становится информационным полем, тогда у тебя уже другая история с ней. И как к этому я вас и веду, чтобы вы к этому и пришли. Держу легко 2 дня подряд чистых. 3-й день начинается слабость. Работать психика, внушать себе, что все супер. Внушать себе ничего не надо. Нужно очень радоваться, что началась слабость, потому что слабость – это ваша внутренняя очистка. И если она началась, значит, ваш организм готов к внутренней очистке. Расслабьтесь, получайте удовольствие. И если чувствуете, что уже хотите выйти, выходите. Но если вы будете четко понимать, что происходит с вашим организмом, то тогда у вас не будет этих моментов.
Мы как раз в закрытом клубе по автономии. У нас есть там все этапы: слабость, откаты, все вот это вот есть, эфир сохранены. Если хотите, ребят, присоединяйтесь. Там у нас минимальная цена, поэтому можете спокойно присоединиться и смотреть эти все эфиры, как записи, так и вновь идущие. Светлана, вы часто упоминаете о проработках. В чем конкретно они заключаются? Во всем. Вот у меня на чистых болячках остатки, но потом на выходе возвращаются. А так и будет, а как по-другому? Можно ли делать эти проработки самостоятельно? Конечно, можно делать самостоятельно. Я же самостоятельно все проработки сделала. Конечно, можно. Просто я с вами делюсь тем, что я прошла. Кто-то во мне увидит себя, и кому-то будет проще найти вот эту вот какую-то вот загвоздочку. Поэтому я и делюсь. Конечно, можно. Все можно делать самостоятельно. Просто если кто-то не хочет это самостоятельно делать, то есть люди, которые помогут, в том числе и я. Это же все только на ваше усмотрение. Вот смотрите, я могу сама себя подстричь, а могу пойти в парикмахерскую, правильно? Это же только выбор каждого. Поэтому все можно сделать самостоятельно. Замасливание интересно, да. Состояние кожи изменилось, и кожа становится, другой становится, да. Если не кушать, то сон тоже пропадает, или вы намерены, сон пропадает, да. Но на определенных этапах не едение или мало едение, бывает такое, что просто вот стоя засыпаешь. Если такие состояния бывают, то, ребят, нужно поспать обязательно. Это первый момент, и сейчас у меня сна очень мало, но если у меня идут какие-то глубокие проработки, осознания с самой собой, то очень часто бывает, что я хочу спать, и я сплю подолгу, это бывает редко, но я это делаю. Я не знаю, у меня звук пропал или нет, потому что звонок пошел. Очень, напишите, пожалуйста, про звук, если отключился, то будет перезагружаться. И по поводу сна, если вот сейчас вот я за собой заметила, как только я схожу на дольмены, да, все нормально с звуком, отлично, спасибо, Жень. А если я хожу на дольмены, то есть у меня там целые мультики начинаются, да, а звук пропал. А кто-то пишет нормально со звуком, а кто-то пишет, что звук пропал. Ребят, появился. Все, отлично. Все, спасибо. Угу. И после дольменов я сплю, наверное, часов по 6. Спасибо. Вижу, что звук нормально. Вот, у меня бывает редко, но меня прямо выстегивает. То есть такая вот. После дольмена, вы же многие знаете, да, что клеточная проработка потом. Нельзя где-то сутки примерно принимать ванны какие-либо. И, чувствительность очень сильная. Вот. Про дольмены вам тоже как-нибудь сделаю эфир. Ну, потому что там действительно такие... Не ожидала, правда. Я думала всегда, что я такой заскорузлый человек, который ни во что не верит, до которого вообще не добраться, не подобраться, тем более какими-то камнями, еще чем-то. То есть я думала, что это вообще не про меня. Но со мной там и на нем, и после него происходят такие вещи, которые, очень глубокие. То есть для меня это даже было таким откровением. И ребята, которые вот со мной ходили, там особенно которые много ходят по дольмену, которые проводят экскурсии, там еще что-то, тоже, конечно, они мне много сказали и видят то, что со мной происходит. Для них это тоже так вот, не удивление, но как-то тоже вот говорят, ой, вот тебя вот это вот прям, вот это видно, то есть, здорово. Да, сделаю про дольмены тоже. Давайте в следующий раз сделаем замасливание, может быть, сделаем замасливание, а потом дольмены сделаем, как-то так. Так, давайте уже скоро заканчивать эфир, сейчас я
Почитаю. В Крыму много таких мест. Блин, тоже хочу съездить. Мы сейчас недавно вернулись из Геленджика. Там тоже, ну, не все мы смогли обойти дольмены в Геленджике, но достаточно много. Мы прям несколько дней подряд ходили. Ну, прям у меня такое вот насыщение достаточно большое, надо переработать эту, все вот эти вот энергии, чтобы они уложились. Да, конечно же, хочется еще съездить и туда, и туда, и туда, потому что так как они входят в информационное поле, в мое, например, информационное поле, я в их в информационное поле. И когда ты видишь эти картинки, когда ты видишь, и когда ты говоришь человеку, который рядом с тобой сидит, когда ты ему открываешь то, что происходит с ним, и он смотрит на тебя такими глазами, говорит, как ты так видишь? А ты понимаешь, что это не ты видишь, ты просто говоришь то, что ему хотят сказать мудрецы, а он этого не слышит. Вот. И это тоже, конечно, такое вау. Так. Радовар слабость. Спасибо, Светик, что делишься, но на работу надо идти. А ноги еле двигаются. А ты, Оль, ты попробуй вот действительно порадоваться, и когда ты будешь понимать, что с тобой происходит, эта слабость, ну, процентов как минимум на 30, она станет для тебя настолько допустимой. И еще, если выходить не хочется с сухих дней, нет аппетита, там еще что-то, а вот слабость, тебе нужно идти на работу. Ребят, буквально две крупиночки, ну, лучше всего вот розовой соли, да, они такие крупные, буквально две крупиночки под язычок кладете, и через 20 минут вы просто бодрячком, ну, часов, наверное, на 6-12 точно. Но это только помощь СОС, чтобы не подсаживались на соль, но если вот нужно, вот если не хотите выходить, то две крупинки соли и, пожалуйста, и за руль, и на работу, и все что угодно, будете прям таким, ух. Так, давайте еще последние вопросы прочитаю. Про дольмены интересно. Все здесь. В Крыму многих таких мест энергетически съела. Давайте ретрит в Крыму, Светочка. О, давайте, только единственное, ребят, мне, я правда говорю, я не, мне очень сложно искать те места, где можно провести ретрит. У меня нет на это времени, и вот мы нашли вот этот ВЛО, вот этот ретритный центр, и я даже никакие больше не ищу, потому что для меня это проблематично. Если кто-то найдет ретрит-центр, где можно проводить еще в других местах, ну, например, в Крыму, да, чтобы это были, ну, чтобы это был какой-то типа ретрит-центра, да, чтобы, во-первых, должно быть одно общее поле, то есть какой-то зал. И он обязательно должен быть под навесом, потому что мало ли какой-то дождик, чтобы мы из-за этого не прекращали занятия. Он должен быть доступен 24 на 7, потому что проработки бывают, бывают такие проработки, когда ты их делаешь и ночью. Всякое бывает. Это должно быть обязательно, ну, чтобы туалет не на улице, то есть они должны быть достаточно комфортабельные. Это, конечно, не обязательно люкс какой-нибудь должен быть, но обычные номера с обычными кроватями. Телевизор не обязателен, душ, чтобы был. Если у какого-то водоема, то это очень нужно водоем, потому что мы всегда на сухих днях, на ретритах, и водоем там необходим. Либо это какая-то должна быть горная река, прям рядышком, либо это моречка. Вот. Если кто-то вот такие вот найдет, то было бы здорово. Тогда можно будет рассмотреть, потому что мне пока некогда вот этим заниматься. Может, типа глэмпингов. Моречка, класс, поищем. Хорошо, Маришка, все, договорились. Поищем, а там будет видно, чтобы это было и по деньгам тоже приемлемо, чтобы было доступно, чтобы максимум народу могли приехать, чтобы это было доступно. Спасибо, Светик, за ответ. А я о роли еще отказываюсь. Последняя зацепка, наркотик, семечки, сырые, с изюмом хочется вечером. Если дома есть, сожру. Сожри. Ничего страшного. Самое главное, себе выступить горсточку. И сожри без телевизора,
без телефона, а просто сядь и насладись тогда этим вкусом. И когда ты будешь наслаждаться этим вкусом, ты поймешь, что это не так вкусно, как перед телевизором. Поэтому пробуйте, ребята, экспериментируйте. Предлагаю и спокойно. Марис, ну мы с тобой поговорим, скоро уже увидимся. Вот, ребятки, буду заканчивать эфир, чтобы они у нас не растягивались на очень долго. А, в четверг еще проводим эфир, 15-16, а 17 у нас уже начинается ретрит. Поэтому, ребят, кто хочет, кто готов, присоединяйтесь, с огромным удовольствием буду вас ждать. Спасибо всем, кто был сегодня здесь, кто писал вопросы, кто задавал вопросы, кто слушал. С огромным удовольствием с вами делюсь. И присоединяйтесь на ретриты, на марафоны, в закрытые клубы. Буду рада вас видеть, вас слышать. Все, спасибо. Всех крепко-крепко обнимаю.